Значит, мы находимся на Тамзайн. Сначала посмотрим чуть-чуть Гмору на Кавгимл. Да, в Кавгимл. Значит, Гмарат говорит следующую вещь. Таня. Аусе сукой саргабе бейма. Человек, который сделал суке на бейме, на животном. Что значит? На слоне построил суку, не знаю, на верблюде построил суку. Раби Мейр Макшир, Раби Юда Пусель. Раби Мейр говорит, что это кошерная сука, Раби Юда говорит, что это пасульная сука. Спрашивает, то есть это сука не кошерная. Спрашивает Мара Майтайм до Раби Юда. Почему Раби Юда считает, что не кошерная сука? Говорит, Мара Пасук, Омар Кра, написано в стихе, Хага Сукот Таселя Хаши Васними, сделай себе праздник Сукот, праздникующий 7 дней. Что тут учим? Сука Руя Лешива Шма Сука, Сука Шейна Руя Лешива Лош Ма Сука. Сука, которая годится на 7 дней, это называется сука. А которая не годится на 7 дней, это не называется сука. И поскольку на животное нельзя занимается в шаббат, в йом-тов, то, соответственно, сука не на 7 дней. Спрашивает Раби Мейр, почему Раби Мейр с этим согласен? Анами медурайса мизахази в рабону до газрба. Медурайта, нету проблемы залезать на животное, запрет только дарбанам. Мудрецы запретили использовать животное в шаббат, залезать на животное в шаббат. А по таре нет проблемы залезть на животное в шаббат, поэтому что и в шаббат, и в йом-тов. Поэтому, в принципе, это сука, которая по таре, она годится на все 7 дней. То, что мудрецы постановили, это не делает суку не кошерной. Так объясняет Раби Мейр. Получается, по всем мнениям, по Раби Юда, нужна сука, которая годится на 7 дней. Сука, которая не годится на 7 дней, это не сука. Возникает вопрос про нашу гмару. Что было написано в гмаре? Что... Что написано в Гмаре, что если сука, если сделали намовой, на улочке сделали, положили схах, склехи, то мы говорим, что поскольку это лехи, это является дофан по отношению к шаббату, он же является дофан по отношению к суке, поэтому сука в шаббат будет кшира. Все остальные не будут не кшира, а в шаббат будет кшира. Почему? Потому что шаббат, как мы разбирали, шаббат эта вещь называется дофан лехи. То есть палку, которую поставили около входа в переулок, это называется дофен, это называется стенка. Поскольку называется стенка по отношению к шаббату, мы считаем, что это также и стенка по отношению к суке. Поэтому до сука в шаббат будет кошерный, все остальные дни не кошерные. Получается, что это сука, которая кошерная только на один день, на шаббат. Если она кошерная только на шаббат, как она может быть кошерной? Мы только что смотрели, что сука может быть кошерной только если на 7 дней. Это вопрос, который спрашивают несколько охроним. Интересный такой вопрос. И, может, посмотрим, ничего не отвечают, хотя это немножко уже сложнее, но попробуем. Значит, и, грубо говоря, возникает еще один вопрос, который как бы зависит от этого вопроса, не зависит, я не знаю. Значит, этот вопрос спрашивает. Значит, первый ответ очень странный и очень сильный у Кимта. Значит, он говорит следующую вещь, что здесь нужно сказать, что есть на самом деле там какая-то еще один дофан, который там, например, на дереве, и на этом дело нельзя в йонтов, нельзя заходить. Получается, что как бы... То, Китсур, это очень странно, каким-то, что почему он не дофан шаббат. Это вещь, которая очень странная, что есть еще один дофан, на котором она стоит, и поэтому нельзя использовать йонтов, если бы не было. То есть, Китсур, очень-очень странная вещь, не знаю, не хочу даже это самое. Значит, дальше есть тируц, который, как сказать, Мархешет уже говорит. Тируц, который, как сказать, он очень красивый, очень интересный. Нужно понять, где у него, как называется, где у него, откуда у него этот самый, где у него взялся. Что когда мы говорим, что сука должна быть кошерна 7 дней, это говорится только про основную часть сука, что такое про схах. Схах должен быть такой, что он годится на 7 дней, что можно использовать все 7 дней. Про слона, схах там, получается, поскольку йонтов нельзя туда залезть, то схах нельзя использовать йонтов. То есть, как бы то ни было, даже если ты поставишь стенки, что угодно, схах не годится, потому что йонтов он не годится, сколько нельзя на нем, под ним сидеть. Ты можешь сидеть под слоном, но это будет уже слон мавсик, как называется, слон прекращает. И на слона ты не можешь сидеть, то есть этот схах, он ты не можешь использовать йонтов. Поскольку ты можешь доработать на второе мнение. А здесь ты схах можешь использовать все дни, поставь еще одну стенку, у тебя будет все дни кошерная сука. Не кошерные только из-за того, что не хватает стенок, а все остальные не поставь еще одну стенку, все будет в порядке. В шаббат, если ты хочешь, допустим, можешь ее открыть стенку, поскольку это вещь только в суке. Значит,
Теперь это говорит Мархеша, да, чтобы тиру скушать зуд, дает посуля или не руя лишива враг бисхах в лобов нафнот. Мидор кемойшему вардли хура, то есть это вещь, которая этот самый. Это вещь, которая она очень странная. Китур, здесь он мне очень это самое, не очень говорит. Есть здесь какой-то еще интересный, как сказать, совсем странная вещь, которая тоже не знаю, сколько на нее можно говорить. Значит, в у нас есть вопрос. Насколько в Йомтов можно вносить Иршут Эхид, Иршут Рабим или нельзя? Значит, ответ такой, что Лихура Лалаха нельзя. Что такое нельзя? Мы говорим, что в Йомтов что можно делать? Вещи, которые называются Охоль Нефеш. То есть в шаббат нельзя делать никакую, 39 запрещенных работ. Одна из них – это вынос из Иршут Эхид, Иршут Рабим. В Йомтов нельзя делать то же самое, что в шаббат, за исключением того, что называется Охоль Нефеш. Что такое Охоль Нефеш? То, что нужно для приготовления пищи. Теперь, да, теперь, что такое? В Йомтов поэтому можно принести, не знаю, что мясо, или еду какую-то с Решута Рабим, Решута Эхит, или наоборот, если ты хочешь поесть Решута Рабим, можно нести еду, это вещь, которая называется Охоль Нефеш. Теперь мы говорим, как ты правильно сказал, что мигу до утра отцой или цорох Охоль Нефеш, там и соль или цорох Охоль Нефеш. Поэтому даже соль или цорох Охоль Нефеш тоже можно есть. Тоже можно выносить. Что такое лёль цорох нефиш? Лалахаму паскин, что нужно цорох кцат. То есть, когда можно выносить Иршут Эхид Рабим Шаббат, когда это какой-то есть, какая-то необходимость есть Йомтов. Какая необходимость Йомтов? Любая необходимость практически. То есть, в основном все можно, грубо говоря, выносить. Если мне необходимо погулять Йомтов, я должен взять с собой ключ. Если мне необходимо взять ребенка с собой погулять, так я могу взять ребенка на руки. Почему? Потому что вещь, которая гуляет, это он к Йомтов не могу его оставить дома. Хочу пойти в синагогу с ним. Это вещь, которая написана, что можно в Йомтов выносить лицорох. Ну что, шуло лицорох нельзя. Например, выносить камни, чтобы потом построить дом после шаббата, мы дали лаха, что после Йомтова, то это запрет дурайта. Почему? Потому что вынос, в принципе, это млаха, которая разрешена давка лицорох Йомтова с помощью для день. Если я начну кирпичи, чтобы на следующий день построить забор, это самое, не знаю, что дом, то это уже будет запрет из тары, так выносить. Вопрос такой, можно ли выносить без ирува из дома в хацер? Ответ. То, что лицорох Йомтов, можно. Не нужно никакого ирува. Почему? Потому что можно даже жударми выносить, тем более можно в хацер, который нет ирува. Теперь можно ли выносить вещи, которые лоли цорох Йомтов в хацер? Просто лоли цорох не захотел. Если это не мукса, я говорю не про камни. А лоли цорох, я не знаю, что это пример. Не всегда. Может, это не мукса, но мне нет такого цороха. Я хочу, например, не знаю, что мне хвейсус, какая-то не мукса, у меня дома лежит стул, который я хочу, чтобы он стоял в хацере. У меня нет, не нужно хвейсусом сесть. Мне он дома мешает, например, хвейсус. Он дома мешает даже лицорах. Не знаю, какая-то вещь, по которой причине я хочу, чтобы на улице стоял. Вопрос, можно вынести... Если у тебя причина, значит, есть цорах. Допустим, у меня нет причины. Можно вынести или нельзя вынести. Ура. Теперь вопрос, нужно делать ируф или не нужно делать ируф. Если мы скажем, что в принципе... То есть, это вопрос, который махлоки с решением в бейце. Что? Вопрос, нужно ли делать ируф хацерот в Йомтов или не нужно. То есть в основном есть, которые говорят, что даже если это нельзя делать, все равно это можно делать. Почему? Потому что большинство хацеротов мы разрешили, так это мы уже как бы не разрешаем. То есть тоже вопрос. В этом случае, если мы скажем, что в Йомтов тоже есть какой-то запрет выносить с места на место, ну что? Очевидно, что дома в Решут Эхид можно носить с места на место. Получается, что в Йомтов нам тоже эта сука будет кошерная. Если нам нужно в Йомтов тоже, как бы, чтобы это сделать Решут Эхид, это будет Решут Эхид также по отношению к Йомтову. Йомтов тоже нельзя выносить. Получается, что это же сука кошерная минимум два дня. Это Йомтов и Шаббас. А есть еще один прикол. Не прикол, не прикол. В принципе, что нельзя делать в холомоид? В холомоид нельзя тоже делать по многим мефоршам 39 млахот, кроме тех, которые необходимы для Йомтов, для холомоид, который называется, как называется, Даваравед, Цорахмоид, Майсаэдиот и так далее. Но в принципе, есть мнение, что даже в холомоид, хотя принято лалаха не так, но есть как бы такие дебурим, что называют, что холомоид, в принципе, тоже нельзя выносить из Решут Эхид, Решут Рабим, то, что не, как сказать, то, что в этом нет никакой для холомоида необходимости. Камни вынести, например, из дома, если я хочу построить после холомоида, то сам можно вынести камни. Тирха и сэр, если мы скажем, что это вообще не млаха, то лихору в этом не будет запрета. Если скажут, что, в принципе, это млаха, ну что, лицо рахмоид, это мутар. То, что лицорах может быть асур. Теперь, если мы так скажем, то это будет сука кошерная на все 7 дней.
Потому что все семь дней мы говорим «Мигу дуга ведофен леньян холамоид», а ведофен леньян сука. Это, почему потому что в холамоид, если мы скажем, что тоже нельзя просто так уносить вещи, из-за шута ехиду, шута ехид можно, а из-за шута ехиду, шута рабим нельзя, поскольку это делает решута ехиду, получается, что она делает стенку также по отношению к холамоиду, только по отношению к шаббату. Если мы скажем, то будет замечательный тирус, но это очень, очень большие хидушим, которые касаются лихоля, это не так. Лихоля у нас принято, что ляцой в холямой бихалу ласура. Так лихоля это принято. Лялоха лифахот. То есть, во всяком случае, вопрос этот остается открытым. То, где мы находимся, давай немножко продолжимся. Гуфа. Последняя строчка на Давзайном Далев. Гуфа Мурова. Сказал Роба или Раба. Стихей хальгабой мавой шиешло лехи кшейра. Если он сделал схах над мавоем, как мы уже сказали, которым есть лехи, Параша объяснил, что есть только две стенки, то есть объясняет по-другому, но мы сейчас не будем даже заходить, может, почему-то, я не знаю. В любом случае, это кашер. И Рове сказал еще одну алоху. Омы Рове. Сикех аль-габей пасей бираот. Сикех аль-габей пасей бираот. Тоже кшера. Что такое пасей бираот? Значит, есть такая интересная вещь, что в... Как называется? Когда были улей Рогалим, когда поднимались к Рейгеру, шли по дороге, и нужно было как водопровод, вода. Как делали водопровод? Делали колодцы. Колодцы, которые были наполнены водой, которые пили воду. Теперь проблема, что когда в шаббат, колодцы делали там рядом на обочине дороги, не знаю, как делали. Проблема, что в шаббат из этого колодца был какой размер? А чаще всего был размером минимально там 4 на 4 твахим, то есть там была площадь внутри 4 на 4. И глубина у нее тоже была больше, чем 10. Получается, что какой закон у колодца? Внутри колодца это решута эхид. Если колодец был решута рабим, получается, что воду доставать из колодца нельзя в шаббат. Потому что получается, что я вынимаю воду из решута эхид в решута рабим. Что нужно делать? Спуститься попить. Замечательный патент. Можно туда спуститься и попить. Что проблема с коровой, которая не умеет лазить по колодцам, которые такие, как сказать, по веревкам спуститься там и попить. И тогда нужно сделать вокруг. Очевидно, что нужно сделать, что вокруг колодца нужно сделать забор, который делает это место вокруг колодца решута эхид. И тогда можно, соответственно, доставать воду из решута эхид в на эту самую, на берег колодца, как называется? Берег, не берег. У колодца не может быть берега, как это называется? В общем, достать из колодца на землю, рядом, которая рядом с колодцем. И здесь сделали большую кулю, что не надо делать, как обычно. Сделали большую кулю, то есть лихоля дорайса достаточно. Сделать называется 4 дюйма, как здесь нарисовано на стороне. Что значит? Сделать такие 4 уголка, которые достаточно большом расстоянии, там не помню, то есть здесь нарисовано... Здесь нарисовано совершенно неправильно. Там нарисовано, что там большие расстояния, маленькое, то есть там тефах с каждой стороны, и расстояние большое. Чтобы та корова зашла, не помню, там несколько, много это самое, там есть 15 твахим, есть 15 ладой, эти самых ладей, есть какой-то самый 16, есть большое расстояние. В Ирубине это есть, Расугия такая, и это вещь, которая является дурайца решута ехид. То есть дурайца такая вещь, называется дюймат, сколько есть намек на 4 стенки, то это, как ни странно, называется решута ехид. Несмотря на то, что порос мы рубали, ой, этот большой вопрос, почему, ну так это работает. Не делал, не нужно делать в ратопетах. И вещь, которая, в принципе, доработана, запретили ее использовать как решута ехид. Отношение к Лейрагалим, к людям, которые поднимаются на Реги в Иерусалим, чтобы было легче, там сделали такое, что-то разрешили. Теперь, если он сделал, на эту штуку повесил схах, то будет шаббат холамоид, это вещь, которая будет вполне кошерная. Говорит Раша, пешей шей рувен тнан, дейтиру хахоми мишуму Лейрагалим ласойс ле бираот шебришу сарабим пасин арбоя камин дьюмодин, врин кейлю еш мехица мизе лезе. Ванимца абор мукав мехицот. Омималин митоха литоха мехица. Вимсихеха габан шира бешабас десукас. Немигу да гавидофан дешабас, гавидофан десука. Афальгав да бенян штайм килхос. А здесь еще одну мигу, которую сказал Рова. А именно, что если сделал такие диумадим в шаббат вокруг колодца, то по отношению, поскольку шаббат это будет решута яхи, то по отношению к суке тоже будет кошерная сука. А сегодня здесь остановимся.